когда по всем медийным средствам нашим, украинским и не только, и особенно как это смаковала Россия, показали вот эту пешую нашу колонну, какая шла на Николая. Это было настолько, с одной стороны, унизительно. И те аналогии, какие там были, пленные немцы под Москвой, да, и после Сталинграда, и что хочешь. А со второй стороны, очень показательно, какая на самом деле сейчас ситуация происходит в наших вооруженных силах. Почему так произошло? Я скажу, не было контроля. Двух ветвей власти или не власти органов управления. Не было контроля по линии Министерства обороны. И не было такого же контроля наших областных руководителей. Мы оказываем помощь всем. У нас много волонтеров, отсылаем в зону АТО, ездим туда. Потом и вы в том числе публикуете отчеты об этих поездках, да? Фамилии звучат, а чего ж никто забыл? Не удосужился прийти на полигон и посмотреть, как эти люди живут. Они же не сегодня такими стали. И они же, наверное, доведены были до этого мероприятия, до такого поступка не за один день, не за одна неделя. Вторая ситуация.